Ты моя принцесса, танцует. Ой, танцует собачка. У нас сегодня будет супер-челлендж, да, но такой он будет скорее угадать. У меня есть здесь пакетик, и в этом пакетике очень много разных героев. Свинка Пеппа и ее друзья, семья, герои в масках и щенячий патруль. Я буду с помощью вот этой штучки, которая... Да, покажи мне, как этим пользоваться. Будем делать разные... Я буду ставить туда фигурку, а Ники будет угадывать, кто там. Это будет очень сложно. Потому что иногда даже непонятно, что это. А это мой носик и ротик. На, сделай. Вот, лобик и глазки. А? Вообще. Это маленькая ручка. Ну что ж, начинаем? Да. И кто же у нас будет первым? Сначала я показываю ребятам. Олет? Ты уверена? Кэтбой, да, у Олет нет хвостика. Ники, молодец, отгадала. Ура! Получишь конфетку, это первая победа. Следующая. Сначала я показываю ребятам, а потом будет пытаться угадать Ники. Я закрываю сзади рукой, поэтому она ничего не видит. Кто это? Олег. Вытаскивай. Молодец. Так, ну что ж, следующий будет гораздо сложнее. А, нет. Да. Я все равно угадаю. Посмотрим. Так, сначала я показываю рисунок. Ну, как ты угадала? Как ты смогла угадать, потому что он самый толстый. Будем еще угадывать. На этот раз я точно не сможешь угадать. Нет. Нет. А, правильно. Ну, не с первого раза, но ты все-таки догадалась. Да, у него такие длинные ушки. Это был Аполло. Я угадала, я получу конфетку. Да. Эй, не подглядывай. Ты что, все время подглядывала, честно? Скай, да, ее легко узнать по красивой шапочке. Или ты подглядела, честно скажи? Ну что ж, мы отгадали Скай. Получишь конфетку. Но это будет очень сложно угадать. Это Дима. Ника, что ты всех угадываешь? Вот это... Я знаю, думаю. Ну, Гека на самом деле несложно угадать. Ребята, давайте попробуем теперь вблизи это рассмотреть, как это будет. Вот она маленькая. Мы берем Скай, кладем ее сюда. И теперь просто переворачиваем. И что мы видим? И мы видим абсолютно точно, это Скай. Тут не перепутаешь. Так же, как я хочу сказать, что Гека тоже, он настолько вот с этим, из-за его этого хохолка, его настолько легко угадывать, прям неинтересно, да? Хвостик. И хвостик, да, такой хвостик торчит. Да.
Ты моя принцесса, танцует. Ой, танцует собачка. Сейчас, иди сюда. Ребят, мы долго думали, как бы заставить Бирку засунуть туда нос. И придумали. Мы туда положили ее трит. Любимую сладость, называется молочная косточка. Бирка, иди сюда. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. На, на. Фуй. А, вот он носик. Вот он носик отпечатался. Прямо как у Хрюши. Ну что, поставили конфетку? Вот конфетка. Давай. Это. О! Очень. Почти. Давай еще чуть-чуть. Вот, Никин пятачок уже есть. Ну что, было не страшно? Давай теперь без конфетки. Покажи ребятам свой пятачок. Вот он. Вау! Вот это круто. Ник, смотри. Это просто даже страшно. Где наша маленькая? Игрушка? Классно. Да? Ну все, говорим пока-пока, ребятам. Пока-пока, ребят. Подписывайтесь на наш канал. Не забывайте ставить лайки. Ники, хватит ползать по столу. Пока-пока.